Всем привет! Сегодня я буду готовить манты в виде розочки. Это подача мант, она очень красивая и оригинальная. Давайте приготовим! Все необходимые ингредиенты я оставлю внизу под видео. В готовый говяжий фарш я натираю картофель на крупной терке. Добавляю сразу фарш. Натираю тыкву, также на крупной терке. Добавляем к фаршу. Лук нарезаю на мелкие кубики. Также выкладываем в общую массу. Добавляю соль, черный перец. Все хорошо перемешиваем. У меня готовое тесто для мант. Сразу разделю тесто на несколько частей, чтобы было удобно раскатывать. Я оставлю ссылку на рецепт такого теста. Необходимо тесто раскатать максимально тонко. Нарезаю тесто вдоль на полоски длинные. Фарш выкладываю тонкой полосочкой. Как указано на видео, защипляю тесто в нескольких местах. И с одного конца начинаю закручивать вовнутрь. Чтобы получилась вот такая розочка. Листы мантоварки смазываю маслом и выкладываю наши манты. Варим манты 40-45 минут. Наши розочки готовы. Отдельно можно сделать заправку из морковки и лука. Сверху украшаем зеленью, у меня укроп. И подаем к столу. Попробуйте, обязательно приготовьте. Всем приятного аппетита! Если понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.